Помимо открытия детских садов, губернатор также осмотрел в Энгельсе сельскохозяйственную выставку, которая прошла в театре «Оперетте». Здесь Валерию Радаеву продемонстрировали продукции пищевых предприятий региона. После этого все чиновники отправились на заседание актива Энгельсского района, где обсудили итоги социально-экономического развития. По словам представителей власти, прошлый год для района выдался неплохим. Правда, уже ближе к Новому году стал сказываться кризис, особенно в сфере промышленности. Объем промышленного производства составил 45,6 миллиарда рублей. Это ниже, чем в 2013 году. Среди факторов, сдерживающих рост производства, преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, недостаток финансовых средств, неопределенность экономической обстановки и высокий процент коммерческого кредита. Следствием этого стали изменения режима работы, неполная рабочая неделя на отдельных предприятиях.